Кустарницы гладиолуса гибридного бакара позволяют создать на приусадебном участке очень красивые и необычные цветники. Сорт неприхотливый и хорошо поддается размножению и выращиванию. Предпочитает обильный полив и рыхлую почву. Неветвящийся вертикальный стебель гладиолуса гибридного бакара вырастает до 120-150 см в высоту. В июле наступает период цветения. Тогда на стеблях формируются длинные соцветия из крупных бутонов. Цветок обладает ярко-красным окрасом с белыми штришками в центре и тонкой каемкой. От соцветий на протяжении всего цветения исходит тонкий свежий аромат. Гладиолус гибридный бакара — это травянистый высотой 50-150 см. Цветет растение в месяц июль-сентябрь. Окраска цветка красная. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.